Уважаемые товарищи, традиционно сегодня у нас совещание по актуальным текущим вопросам, три блока проблем или вопросов, которые мы должны рассмотреть, блок экономики и финансов, по которому доложит премьер-министр и присутствующие, желающие выступить, блок политика, по которому выступит, естественно, глава администрации, те, кто захочет по этому вопросу высказать свое мнение или поднять какой-то вопрос, сделают это. Ну и третья группа вопросов касается общественной безопасности. Здесь присутствуют представители всех силовых структур. Начнем с Вакульчика и дополнит желающие руководители силовых структур. Ну и, как обычно, возможно, будет ряд проблем вне этих блоков, мы их выслушаем. Как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущие годы бюджету будущего года. А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре, после ноябрьских праздников, и уже более детально рассмотрим перспективы будущего года. А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства.